теперь у нас с вами будет вот такая вот вкусная скумбрия. Прямо ее берем вот таким образом. Оп. Блин, я обожаю скумбрию и селедку. Какую? А что я только не обожаю? Тоже прикол такой. Сказала Олеся, которая любит все. Ничего, нормально пошло. Очень вкусно. Шикарно. Очень вкусно ты замариновала ее. И она не сухая, знаешь? Скумбрия, да? Угу. Слушай, а будет вернее. Ну, это в пачках. А это типа... Вакуумные упаковки? Угу, на развес. Вот сейчас как бы хлебушка, конечно, треснула. Я забыла сделать наш. Угу. Ты тоже мало ешь? Тоже хлеба мало ешь? Иногда у меня срывает, знаешь? Вот с этим натюрмортом. Прям на жирненько. Какие-то что там мне понравилось. Мне понравилось. Красиво, да? Очень. Я же девочка. Все, кто кушает, приятного аппетита. Очень вкусно. Всем приятного. Друзья, всем привет! Ну что, давайте с вами покушаем самый любимый ваш мукбан, когда я с рыбкой. Это у нас голец. Голец, очень вкусно, рыбёха. Здесь у меня еще бутер сегодня с утра. Помидор, огуречек. Это что-то с чем-то просто. Беру ребят постоянно. Вот такая вот рыбка. Я люблю с огурцом. Вкусно. Голец. Еще люблю с помидоркой. Давайте еще глазик. Это глазик я обожаю. Вот он. Я глаза обожаю в рыбе. Я хочу даже, чтобы у меня, знаете, от семги глаза были. Прям вот глаза-глаза. Одно блюдо из глаз. Все это запьем таном. Ой, как вкусно. Здесь еще голова. Я ее обожаю. Вот эти жабры. Не жабры. Плавники. Зай. Очень вкусно.
Я уже не солю. Дорогие. Даже не знаю. Любуля моя. Свежайшая. Сюда. Ну что, подзамороженная? А мне нравится. Три кусочка. А это у меня балык форели. Видите, немножко разные. Эти балык форели. Она более мягенькая, конечно, такая. Короче. Вот рыбёша. Это... Насколько это вкусно. Обожаю рыбу. Икру. Морепродукты. У меня сочетается все. Рыба стану. Ну, это вообще. Я еще хочу очень сильно сырую рыбу. Надо где-то купить хорошую форель, либо семгу. Сказка. Друзья, всем привет! Ну что, давайте с вами покушаем. Вот такая вот вкусная рыбка. Форель радужная. У меня здесь стейк из капусты еще. Вот так мы сейчас наложим. Положим. Халапеньо. Приступаем. Есть? Берем с вами рыбку. Людей. Правда? У тебя было сомнение? Ну, у меня никогда не было сомнений. Просто очень сильный, бурный даже аппетит вызываю. Приятного аппетита. Подруга мне всегда говорит, вот, Олесь, ты ешь просто мега круто. Правда, она ничего не говорила, это я так решила, но... Давайте с нами попробуем стейк. Вкусно синий.
рыбка. Очень вкусно, так, Вик. Как ты сделала? Ну, с кинзой мне больше нравится. Ну, я не знаю, как этот вышел. Еще с тархуном. Что-нибудь сделаем. Да. Пришла. Еда практически готова, только в духовку поставить. Ну да. Ну, не так уже калорийно, это понятно, потому что это же рыбка. А не бы съесть просто и все. Придает результат, нет? Ну да. Не, ну ты столько в рыбы не съешь, чтобы в день. Ну да. А в дневную норму. Угу. Это ее сутками надо есть, чтобы дневную норму получить, наверное. Ногтики снял. О! На всех вообще, наверное, 5 человек. Сезон, как говорится, ногтей закончился. Люди перестали ходить. Я уже записалась. Перед Новым годом? 20 число. На 10. И перед Новым годом на 30. Сразу. Ажиотаж. Ну да. Я боюсь не успеть.